Учиться, учиться и еще раз учиться. Выпускница Чебоксарского лицея номер 2 набрала на едином государственном экзамене 300 баллов по русскому языку, химии и биологии. Как достичь такого результата, узнаем в следующем сюжете. Оля Васильева поступила в лицей после 8 класса. Учеба всегда приносила ей одно лишь удовольствие. Каждый день разные знания, консультация с учителями и огромное желание успеть все. Время сдачи ЕГЭ означало занятия с удвоенной силой, заучивание химических формул, заврежка учебника по биологии и каждодневное написание сочинений, только малая часть всей подготовки. Подготовки к экзаменам помогли учителя, они направляли нас. Ну, также еще занималась с репетитором и дома. Ну, чтобы не было страшно, все-таки пришлось заниматься с репетитором по биологии и по русскому языку. Конечно, без волнений не прошел ни один экзамен. Спасали родные стены, добрые слова учителей. Оля собирается подавать документы на медицинский факультет, но с вузом пока что точно не определилась. Профессию врача выбрала не случайно. В заботе нуждаются старшие члены семьи. Так что растиражированная фраза о помощи людям приобретает вполне конкретное очертание. 176 выпускников у нас в этом году было. Из них 10 человек получили 100 баллов. Оля получила по 3 предметам 100 баллов. Еще у нас одна девочка получила по 2 предметам 100 баллов. Вот. Ну, в общем, результаты хорошие. Девочка очень скромная, очень тихая, но очень активно принимала участие в различного рода олимпиадах и, в общем-то, выходила победителем. Умница. У нее есть победа на муниципальном уровне, на республиканском уровне. Поэтому от нее можно было ожидать таких результатов. Она к этому была готова. Успех ученика – это еще и системная работа педагогов. Огромное спасибо всем учителям, особенно своей классной руководительнице, учительнице химии Арутюня Нармине Маяковне. Благодаря учителям я смогла сдать успешно все экзамены. В России около 30 выпускников сдали химию, биологию и русский язык на 300 баллов. Налицо определенный рост. Если в прошлом году высокие результаты были по гуманитарным дисциплинам, то в этом по естественно-научным. Так что развитие инженерно-технического направления идет в нужном векторе. На сегодняшний момент надо сказать, что по городу Чебоксару в результате системной работы, которая проводилась в течение всего учебного года, мы добились неплохих качественных результатов. В частности, если отмечать 100 бальников и добившихся 200 баллов и 300 баллов, у нас 45 человек. Для сравнения, в прошлом году у нас было 27 выпускников, которые добились 100 бальных результатов. Из 45 человек четверо достигли 200 бальных результатов, и выпускница третьего лицея добилась уже 300 бального результата. Учеба в престижном вузе – еще один шаг по лестнице успеха, который, хочется верить, приведет к любимой профессии Олю Васильеву и других ребят. Кристина Чекменева, Борис Андреев, Республика.